Сильный пожар на складе с оружием в Азербайджане. Взрывы в районе ЧП гремят не переставая. Судя по кадрам очевидцев, снаряды разлетаются на приличное расстояние. Вокруг все окутано дымом. Официальной информации крайне мало. Пожар произошел на территории воинской части. Местные СМИ передают, что повреждены несколько близлежащих домов. Людей эвакуируют. Минобороны и МЧС Азербайджана погибших и пострадавших не сообщают. Однако, по данным Минздрава республики, раненые все же есть, но сколько неизвестно. На место отправлено 10 машин скорой помощи, однако проехать они туда не могут. Наземное транспортное сообщение с Россией остановлено. Полиция Азербайджана полностью перекрыла участок трассы Баку-Губа по направлению к Азербайджану-России. Границы.